Нам надо, чтобы пришли москвичи реальные, а не принимали какие-то неизвестные люди за них решения. Уважаемые граждане, ваше мероприятие не теплотно. Если это дума народная, это дума представляет людей, то она пустит свой народ в здание. Если это дума антинародная, если это дума фальсифицируемая, это если это не настоящая фальшивая дума, то она никого не пустит. Посмотрим. Сейчас, как только законопроект примется, мы будем подавать массовые коллективные иски. Пусть они сколько угодно говорят, что эти 20 тысяч, которые писем, что это нелегально, это легальные письма, это действительно мы, это мы собирались с волонтерами по всему городу. В таком же количестве, даже больше, у нас будут коллективные иски. А параллельно планировалось сегодня, но, скорее всего, принесем на следующей неделе, будет встреча актива, где мы будем обсуждать планы на лето. То есть координация районов, помощь по каждому району, помощь в каждом квартале, помощь в выборе муниципальных депутатов по каждому району. Будем стараться бороться за свои права. Сдаваться не собираемся ни при каких обстоятельствах. Товарищи, снимайте, кого пускают, а кого не пускают. Сейчас здесь стоит очередь на проход. Мы хотим слышать. Это наш город! Это наш город! Это наш город! И врагу никогда не добиться, чтоб сквозь